Господа и дамы, приветствую всех, кто заглянул на огонек. Приветствую всех смотрящих и присматривающих за каналом. У нас история следующая. Транспортная компания, которая перевозит грузы, выложила на аукцион вот такой вот лот. Он состоит из трех медицинских аппаратов. Вот они сфотографированы по очереди и все вместе. Заявлен этот лот был как Dental Office машины, то есть что-то связанное с зубами, с дантистами. На самом деле история немножко другая, и мы решили поучаствовать в торгах. И победная ставочка наша была $2810. Мы еще ни разу так дорого не покупали на этом сайте юниты. Но если хорошая новость, у нас здесь 0% таксы. Ну а также не надо долго возиться, чтобы это все вывести. Приехал, забрал, уехал. И выиграли мы этот аукцион 21 февраля 2022 года. За 3 дня до вторжения России в Украину. Ну а сейчас предлагаю поехать, забрать эти аппаратики, а потом мы покажем, что нам удалось по ним выяснить, что мы уже и за сколько продали, и какие вообще перспективы при покупке такого дорогого юнита, как за 2810. Обошелся он нам ровно в 3, то есть с нас только сайт снял комиссию, а таксов, как я сказал, уже нету. Итак, минус 3000. Поехали забирать. Добрались, оплатили, облегчились на $3000. И это вот компания-перевозчик начинает вывозить наше оборудование. Вот одну, вторую тележку. Я сейчас оттуда припаркуюсь и буду забирать. Ну вот. Вот так мы теперь это забираем. Все, закрепил. Как раз стропы такие хаски удобные, хорошие. В контейнере в каком-то нашли, уже не помню в каком. Ну, в общем, эти приборы снял. Только они могут стоить 5-7 тысяч. Причем они стоят в продаже без самой стойки. Ну, короче, нам сейчас предстоит все исследовать. Едем домой. Здесь у меня такая зенитная установка. Афера, с которой мы никогда еще не связывались. Но, как говорится, хочешь что-то заработать чуть побольше, надо чуть побольше вложить. Поэтому это на данный момент объявляется наша самая крупная покупка на аукционах. 3000 баксов. Ну, аукцион того товарища, который искусством банчил, я не считаю. Поехали домой. Ну, а теперь по порядку. Давайте разберемся сначала вот с этой машиной. eBay нам показывает следующую картину. Вот 13 наблюдателей у нас. 12900 просят люди за эту машину. Здесь можно увидеть за 8500. Полностью в сборе, как у нас, 14500. Или вот, модель покруче, посвежее, 28800. Но в категории «проданы» можно найти только вот такую вот одну позицию за 4500. И то человек получил офер, и возможно это 4, может быть 3, никто не знает, но точно меньше, чем 4500. А вот на другом сайте я нашел тоже продажу, которая была совершена за 6975. Этот же аппарат, но только с кучей-кучей к нему различных подключателей, прибамбасиков, рукояточек и прочего-прочего. И здесь в описании мы можем увидеть, что этот аппарат для косметических процедур. Уменьшение морщин, резка и коагуляция. То есть ничего общего с Dental Office не имеет. Но я, по крайней мере, не слышал, чтобы у кого-то были морщины на зубах. Ну и исходя из вышеизложенного, мы решили, не откладывая в долгий ящик, выставить этот аппарат на продажу. Выставили мы его за 7000 и получили офер в 5500, на который, конечно же, сразу же согласились. Доставка мне обошлась в $100, минус долларов 400 примерно забрал eBay. Итого 5000 буквально на следующей неделе. Отнимаем 3000, потраченные целиком на все три аппарата, и получаем 2000 чистой прибыли. Идем дальше. Теперь давайте разберемся вот с этой машинкой. Вот такая была фотография на сайте, когда мы покупали эту машину. И вот что нам удалось нарыть про нее в интернете. А в интернете, когда мы вбиваем полностью эту модель, нам выходит вот такая вот информация. Вот, пожалуйста, эта машина, тут какой-то чемоданчик с прибамбасами, была продана за $8500. А вот на eBay на данный момент она есть в наличии за $9000. Также на другом сайте продается этот аппарат за $15500. Но в проданных на данный момент по запросу нашему выходят только вот такие вот две продажи, 3500 и 3570. То есть за последние 3 месяца точно такую же машину на eBay никто не продавал. Но вот этот аппарат 3500, он в принципе схож по назначению, так скажем, своему. Ну и если мы углубимся в его изучение, чтобы понять, для чего он нужен, то мы опять вот видим такое описание. Это косметология. Мы выставили эту машину на eBay. $6000 мы поставили за нее цену.
получали уже каких-то 3 смешных оффера, от которых мы отказались. Я надеюсь, что 5, минимум 4 тысячи мы за эту машину получим. Итого, я думаю, к 2 тысячам уже реально имеющейся прибыли можно приплюсовать 4 тысячи. Едем дальше. И вот третий герой нашего выпуска выглядел на фотографиях вот так. Как вы понимаете, наверное, уже догадались, мы идем по возрастающей. Давайте разберемся, что же это за машина. И у нас с ней получилась одна не очень приятная история. Когда мы вбиваем общее название машины в Google, нам выходит большое количество вот таких вот различных ссылок, картинок. И все эти аппараты немножечко в циферках друг от дружки отличаются, хоть могут и выглядеть вполне идентично. Давайте разбираться. Например, вот мы видим 2500 на eBay в наличии. Похож? Похож, да не он. Вот еще один аппарат. Он уже был продан за 9500. Тоже похож. Но тоже немножечко не он. Еще подобная машина. Опять вроде он, да не он. 11500. Опять мы видим на eBay за 20000 в наличии. Кто-то продает за 20000. На этот раз он? Нет, снова не он. Идем дальше. Вот на уже знакомом нам сайте за 29900. Но это, наверное, точно наша модель. Но чуть-чуть, пара цифр не те. Надо искать дальше. И вот на eBay максимально похожая по всем параметрам, году выпуска и целевому назначению машина стоит в продаже за 35 тысяч долларов. Ну а модель точь-в-точь, как у нас, 65 тысяч. Ни много ни мало, друзья, 65 тысяч долларов. Но не все так просто. За последние 3 месяца проданных на eBay есть только одна продажа подобного оборудования. 1500 была сделана одна ставочка. Но вся проблема, она заключается не в цене этого аппарата, а в условиях его продажи. Для того, чтобы торговать подобным оборудованием, нужен медицинский лайсенс косметического хирурга. Потому что назначение этой машины уже хирургическое. Это машина для липосакции, откачки жира и прочих уже вмешательств в организм человека посредством внедрения в оный, так сказать. И продавать мы это не можем. Как мы об этом узнали, мы выставили его на eBay, объявление просуществовало 5 минут, и нам пришло такое строгое уведомление о том, что наше объявление изъято, без права повторного восстановления. Нам вынесено такое небольшое предупреждение, чтобы мы больше так не делали, эдакий eBay-вский ай-яй-яй. Ну и стоит, значит, теперь этот агрегат у нас в гараже, как тот самый чемодан без ручек. И выбросить жалко, и таскать неудобно. И что с этим делать, пока не придумали. Вариантов, в принципе, всего 2. Надо либо искать человека, кто согласится нам продавать это под свой лайсенс, кто занимается подобным, что не так просто. Либо разбирать ее на запчасти, если эти запчасти можно продать, то продавать на запчасти. В любом случае, друзья, мне кажется, покупка была удачной. Мы уже свои денежки отбили, заработали и в перспективе заработать можем еще немножечко больше. Если какие-то идеи есть у вас, пишите, не стесняйтесь в комментарии. Будем рады любой помощи, любой подсказке. Ну а теперь переходим к новостям канала, ведь нас, друзья, 100 тысяч. Буч, Буч, поздоровайся, поздоровайся, там тебя 100 тысяч человек смотрят. А значит, розыгрыш. С розыгрышем небольшая проблемка. Иди, иди. Проблемка с розыгрышем заключается в том, что мне после 24 февраля вернули 2 посылки, которые не успели дойти до адресата, 2 приза. Прям на посылке наклеили лейбл, что... Значит, место назначения не соответствует там политике почтовой службы, eBay и так далее. Ну, то есть страна под санкциями находится. И 2 посылки мне вернули. Соответственно, 2, как минимум 2 победителя из последних роликов у нас остались без какого-либо приза. Также проблемы с денежными переводами определенные. Поэтому, друзья, у нас розыгрыш, конечно же, не отменяется. Но пока, если победитель или победители, в зависимости от формата розыгрыша, будет находиться на территории России с получением приза, хоть это будет посылка или денежный перевод, реальные проблемы. У нас будет 3 победителя, и приз будет в 2 вариантах. Либо это будет 100 долларов, то есть 3 по 100 долларов победителя, либо это будет посылка в общей сумме на 100 долларов.
Соответственно, сразу поправляюсь. Если вы находитесь в России, посылку я пока не представляю, как возможно будет отправить. Если в какой-то любой другой стране, с этим нет проблем. То же самое касается и денежного приза. Ключевое слово под этим видео давайте сделаем — медицина. Медицина нам принесла, в принципе, неплохие деньги сразу же. И еще потенциально у нас там, может быть, получится продать что-то, заработать посерьезнее. Поэтому условия розыгрыша у нас, как всегда, друзья, все те же. Надо быть подписанным на канал, подписочки надо свои открыть. Аккаунты все будут проверяться. Оставляем ключевое слово, и в следующем выпуске мы узнаем трех победителей, каждый из которых выберет, что ему милее. Посылка с содержимым на $100, либо $100. Все, за сим прощаемся. Пока-пока. Берегите себя, своих близких. Будьте добрее друг другу. Это особенно важно сегодня. Увидимся. Так, слушай, у меня к тебе вопрос. Буч, почему ты перестаешь лакать, как только я перестаю снимать? Но как только я включаю камеру, тебе надо подойти, поесть, похлебать. А? Да, вот так вот, друзья. Вот так вот. В следующем выпуске, кстати, немножечко расскажу о продаже. Вот стоят два торшера Tiffany. Не оригинал, но тем не менее по $500 за каждый мне дали. Человек должен приехать из Калифорнии и забрать. Поэтому еще раз повторюсь, подписывайтесь, будет интересно.